Апрель в Подмосковье объявлен месяцем чистоты. В Химках общегородские субботники пройдут во всех микрорайонах. 8 и 22 апреля коммунальные службы, градообразующие предприятия, учреждения образования, спорта и культуры, а также все желающие жители выйдут на улицы Химок, чтобы навести порядок. Также будут проведены работы по озеленению и текущему ремонту детских игровых площадок, зон массового отдыха и других объектов. Первый масштабный общегородской субботник пройдет 8 апреля. Всем участникам будет выдаваться инвентарь для уборки в специализированных палатках. В случае непогоды – дождевики. Адреса вы видите на экранах. Завершающим этапом станет областной субботник, который пройдет 22 апреля под девизом «Чистый двор, чистая совесть». Примите участие в субботниках. Сделаем наш округ лучше и чище.